1943 год. Судьбоносная операция «Искра». Прорыв блокады – это первая большая победа Ленинграда. Осажденный город получил сухопутную связь с Большой землей и был спасен от голода. Эту важную дату отмечают по всей стране. Город фактически второй раз родился. Заново. В город пошли грузовики, пошло продовольствие. И, естественно, это очень знаковое событие в истории Великой Отечественной войны и в истории нашей страны в частности. Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» сегодня проводил мероприятие «Историко-литературно-музыкальная гостиная», посвященное вот событиям прорыва блокады Ленинграда. Приглашенными гостями стали учащиеся Брянской школы номер 30 и студенты Индустриально-педагогического колледжа из города Клинцы. Ребята не просто слушали историю блокадного Ленинграда, но и сами были участниками концерта. Руководитель комплекса также принимал участие в мероприятии. Он выступил с произведением, которое написал сам, еще 3 года назад, будучи под впечатлением от событий прорыва блокады. Произведение о двух судьбах в военные годы затронуло зрителей всех возрастов. И тут случилось то, чего дед никак не мог ожидать. Щенок лизнул его обмороженный нос. Потом еще и еще. В этот миг дед как будто почувствовал тепло, разливающееся по всему окоченевшему телу. Прям до слез довели своим рассказом про дедушку щенком. Это было что-то невероятное. Огромная честь присутствовать здесь, на этом мемориальном комплексе. Потому что, ходя здесь, ты смотришь на эти картинки и понимаешь, что вот какая была жестокая война. Вместе с «Партизанской поляной» спасибо им большое, что они нас приглашают. И это сотрудничество, конечно же, определяет наше дальнейшее развитие, дальнейшее сотрудничество, которое поможет нам донести до нашего поколения молодого все знаменательные даты, сохранить историю. Я думаю, что это очень важно. Благодаря таким мероприятиям подрастающее поколение будет лучше знать нашу историю. Мужество ленинградцев на все времена останется образцом беспримерного подвига, несгибаемой воли к победе. Екатерина Пенько, Виктор Левченков. События. Брянский район.